хочешь, типа десятка профит находить. Да. Анжелея жизни. Так не, что, на самом деле, типа, десятку вообще фармить неплохо. То есть, и ты ее по факту, если хороший состав собрать, за час снесешь фул десятку, и при этом полутаешь там типа 2к ОД, или сколько там? Плюс-минус. Ну, чуть меньше, да. И ну, за это, типа, в два раза умножаем, вот вам и голда. Ну, да. Ну, и плюс боешки, которые тоже уходят по 2-3к. Да не, на это нет расчета. Ну, сферки там, ну, там еще. Или сферки нет, десятки не падают. Падают, но они ничего не стоят. Да, они конечно. 300 голды стоило последний раз. Ну вот да, типа такое. Ну нормально в целом. Нет, пофармить можно в рамках этого. Кто-то сказал, что вообще лимит у ДС 100к, а мне аж страшно. Не-не-не. У меня там 500к на x2. Тогда я спокоен. Так, Дайс, это где? Ты отошел? Карас? Зорки, сколько у тебя ОД? 5 курьеров принимать. 1050. Сколько ДПСа? 3700. Вот, отлично, Гудлик, запиши себе список. Нет, я не записываю тех, у кого меньше 10. На пул в розу. А нас некому, блядь. Вы умрете. Давайте уже здесь я не буду ничего говорить, просто делайте, что делаете. И делайте это хорошо. Звучит как начало вайпа. Пойду покушу. Да нет, ну блин, здесь типа нужно сложно как-то, слишком сложно упасть. Здесь делайте, вообще типа, блядь. Ну, не наносит урона. Мы все повзорки делаем, мы можем. Что, блядь, я не слышу тебя, Гудик, что там, блядь, рожаешь? Говорю, делай грязь. Да я палом заходил эту тычку дать, блядь, чтоб мне это дали. Крылья нажми, блядь. Паладин без крыльев это как вар без быша. Без покинуть тело. Расставляй приоритет. Дерево собирайте, чего оно, блядь, стоит? Кстати, есть такая ачива не убивать ни одно дерево? Нет. А можем, кстати, ачиву вот эту сделать, которая, блядь, там сколько искать осталось. Ах, ну ж не будем. ДПС, но... Не будем. Пока я не на ханте, никакого хуйни с ачивами не производим. Нет, хрипат. А, нет, это даже не дело в том, что типа кто-то там не на мейне, это просто типа мы уже как-то ее делали, у нас как-то уже раз не получилось. В Т4. А это сейчас это... рейд явно это слабее. Хэ... Вы в хэме делали. А хэм, обычка, разницы вообще нет. Вообще есть. Я грозовал уберу. У меня даже, по-моему, баф меньше на отхил. Блин, как так? Слушай, что-то сломанное здесь. А сейчас вот этим вот спылом молотком за 2 удара набрал 40к крита. Так не должно быть, это как что-то было сломано. 2 крита, может быть. Ну, это все равно крита? Слишком много, это супер много. Ого, я на первом месте 2 сейчас стою. Как... Так нет, слушай, он сейчас по фрей 20к крита дает. А как так? Может, да. Ты уже сильный? Лол. Почему молоток так много теперь трита? Апнули палов, походу. Надо писать на форум. Это еще не в той печати. Беги быстрее к Мьюри, он там разберется. Ну, прикольно, слушай, нормально. Беги, дорогая, беги. Беги, дорогая. А где дерево? Умерло уже. Да его зауешили просто. Молния. Блядь, я палом к себе привязался, теперь у меня бегать молнии хуяли. Это слышишь? Чему мы боты не поставим с музыкой? Да потому что кто-то настроил криво канал, и типа на нем нельзя бота ставить.
Давай перетащите всех во флудилку, у кого там есть права, и врубите нам музыку. Ну, желательно такую, которая нравится мне. Я перетащу музыку сами. Это не проще розыска включить Spotify, блядь, со свою музыку послушать. Нет, я его пытался включить. Не, нас нужно во флудилку перетащить. Там кто-то очень быстро, я, бля, даже не успеваю так, бля, быстро все переносить. Ну, самая быстрая рука на зигзаг быть получается. Это же шаманизм. Мотоплёту сыграете побольше. Шаманизм, что за пацан вообще, ужас? Как вы его тут? Что за пацан вообще ужас? Слушай, звучало довольно обидно. Соник Икс получается. Правильно, Соник. Кстати, ачивка не получится, потому что 20 стаков сейчас. Ну, все, и выйдем. Бля, а чё она не грипается? Обидно. Согласен. Чё она вообще не шотается с огненного шока? Блик, успокойся, успокойся. О, с Мирона Ченька на хули пала падает. Хо-хо-хо! Мне прикольно было. Я не из Беларуси. Я не люблю такие эксперименты. Что ты сказал? На Дасте картошку грипать? Да, на Дасте. На Дасте. На даче, блядь. Я уже подумал, блядь, что за картошка? У Дасте, блядь, картошку погреб. Я только сегодня читал про нерв этой карты. Какой карты? Там деревце сзади. Да, видим. Помню, мы на луче оставили Бугеру. Да, да, перефаз, Мирон обычно называть. Да, в ХМ собирались? Подрубайте бота и врубайте музыку. Кто там специалист по ботам? Только нам нужен, ну, нам нужен музыка для миксфайта, то есть... Да, не, да, не хуже. Донт, врубай музыку для миксфайта. Главное, Донт не перешел с нами. Подожди. Я думал, всех притащили. Каким да, вроде всех перетаскивался. Вот как тебе там одному все делалось? Нормально? Бля, подождите, а, мы убили уже. А я почему-то альтапнулся, еще босса не убили, а я уже альтапнулся. Нормально. Сейчас что-нибудь поставлю. Дон, закинешь мне этот потом токен? Карась душит. Сияй. Так, как, подожди, нам нужно как-то его вызвать. Как вызывается бот? Я не знаю, как. Спрашиваешь, будет ты здесь, и все. Хо-хо, нормально, панчлайн. Рублевый. Да. Так, управление. Давай тогда Кару. Потом идем. Танка. На Мимирона. Откуда звук, блядь? Да, вы там ролили этого, алхимика. Я выкинул в 95. Это победа? 97 была. 96. Блядь, сука! Но мы были близки. Слушай, хорошие роллы, да, на этот? Ну, пацаны, бля, по-моему, какая-то хуета играет. 99, я согласен. Нормально вообще, рок пиздатый, мне нравится. Почем киш. Я вообще не понимаю, почему Донт в ПВЕ рейдах? Он тебя игнорит. Все, я все нашел, нормально, ничего не делайте. Блядь, скопировать ссылку ебучую. Так, вы нашли, где замутить бота? Замутьте бота, кому-то не нравится рифмоплет в Дискорде. Так, все здесь. Шкаф поставьте, бля, Невер, где ты? Я иду, я поставлю, скопировать ссылку. Бля, давай это потом ты сделаешь, во время пула, а не, блядь. Во время пула? Ну, да, находите нормальное время, да. Кто танчит? Кого хилит? ДК, ты будешь танчить.
О, слышишь этот, Зоркий, ты можешь молот нару выбить на паладине, можешь танчить. А где рыбы, я не понимаю? Желудки. Чего, бля, мы ох, и потом вы идите. Поехали, пуляйте. Рыба в реке. Дистанцию набрали друг от друга, по кругу разошлись, дистанция 6 метров. Не знаю, это Тони Тона, Дон музыку для миксфайта врубал. Для миксфайта? Да. Че, она играет? Нет? Там сначала играла какая-то хуйня, сейчас ничего. О, блядь. Сейчас. Шок, вы убежали. Блять, не жалко, кстати. Согласен. Включи Мияги, все. Нахуй Мияги. Даже знает не хочется. Да, слушайте, а кто включил эту музыку? Дайте я ему ГП начислю, блядь. Я такую музыку что-то монотонное можно делать. Ну да, это... музыку, блядь, в окно можно выйти, только этот, отбежали. АСМР включи. Она не напряженная музыка. Она очень напряженная, меня прямо на супер напрягает. Нейвер, блядь. Да что, я прям музыку включи менял. Дай ему сразу. Включи красную шапочку. Да, блядь, не надо нас мучить, и так тяжело. Мне интересно, в каких условиях вы находитесь, чтобы вы узнаете про такую музыку? Мне аж страшно, блядь. В условиях Твича, скорее всего. Ты знаешь, это очень... Не подрубим, точно нет. Включи 10-часовую CI. Нормально. Ой, блядь. Еще я в моменте, блядь, включи 10-часовую, или золотую чашу. А, я умер, да. Самую капельку. Значит, ну ладно, вставай и хилься. Зорки, а зачем ты в холле паля? Хилю пацанов. Ну мы они в обычку. Справляются. Должен был быть вопрос, паля. Да, блять, опять миксфайт заработал, или что? Да. Блять, сейчас, подожди, его можно удалить, по идее, да? Отбежали. Быстро. Чего вы там стоите, АФК? Это Фомк, это не миксфайт. На мужика стоим и не двигаемся. На какого ты там мужика у тебя стоит? Там. Что ты не... Ладно, это повеселее. Будет, главное, что стоит, остальное хуйня, бля, ладно. Так, кто эксперт по этому боту? Как переключить? Оставил. А хотя ладно, нормально, уже более-менее что-то. Хотя, блядь. Такие оговорочки по Фрейду. Аж приятно. Зачем мы в какого-то вагона стакаемся? Давайте в Рогу 209 стакаемся. Мне кажется, диджею ГП надо дать. Да блин, слушай, это хоть что-то на музыку похоже. Сейчас уже лучше, да? Never. А еще Never ГП совершенно. Ну на самом деле, если правильно формулировать, то это именно песня, а там была музыка. Так что. Ну, нет, да, если правильно формулировать, то была хуйня. Ну если быть толерантным, рассказывается. Трек, то или как он называется? А чужие вкусы таким образом. Я не знаю, как плейлист. А, я знаю, пацаны, извините за чужие вкусы, но, блядь, типа, если мне что-то не нравится, я называю это хуйней, типа. По факту. Я понимаю, что это нетолерантно. А мне похуй. Чел, музыка для меня. Да нет, не то, что мне похуй, я считаю себя плохим человеком из-за этого. Ну ты говори дерьмо, тогда он будет нормально, в принципе. Толерантным будет. При этом можно еще встать на одно колено. Опа. Есть только ракомаги, блядь. Да. Ладины Алкан. Не люди. Подожди, алкан маги? Это маги алкоголики? Если да.
Аркан от слова алкаш. Так, в голову играет ГГ-снип. Нет. А, Войт, ты в сове? Все, ГГ-снип, ты играешь в голову. Милики в ноги. Все остальные кастеры в туловище. ГГ-снип неплохо дает в голову. О, господи. Вышли, кстати. Дрыщ в голову, слышишь? Отбежали от обстрела. Я чуть не... Ой, я попал. Да я понимаю, меня хер... Каким макаром он меня убил, когда я стоял за его спиной? А говно случается. Сбежали от шокового, быстро. Изи, ёпта. Жёсткий хулипал, бля. Банан бы сказал, что нет опыта. Не, ну все нормально, я хитрю. Жесткий холипал. Да где он тоже нормальный? Достаточно жесткий. Ну был тут, наверное, другой. Это который Эрдру хэпал. Так, идеально. Вы вдвоем, втроем захилите же, правильно? Везаксу. Да, Фрилу стоит. Фрилут это типа все берут, кто хочет. Фрилут это когда забыли поменять. При это бесплатно. Не понимаю, получается на этом, на маге, да, быть на разнице? Да, мы дальше идем, да? Да. Да. До талого. Понял. А где этот талый? Так, короче, давайте так, с HyperX, давай сейчас на Лока. А я на ШП, да? Дон на ДКшку. Чем Светик. И на ШП, да. Угу. О, тишина какая. Я перезайду. А чё, 1400 ЕП. Писался, типа, салам алейкум, типа, мы пользуемся... Салам. Это не нормально, более-менее музыка началась. Ну да. Не, раз просто... В начале. Бля, а нет. Чё я танчу, я в Райт Рекинванд, пох. Донт врубал музыку для миксфайта, она была ровная. Я типа первый же кинул с Ютуба, но там какая-то параша. Конечно, Визукс. Так мы можем ласта убить, типа. Конечно. Может, и ласта убьем, посмотрим сейчас. Зорки, как у тебя ник? Я тогда не включал музыку для миксфайта, я просто рост так назвал. Зорки, так и ник. А ты еще сейчас серьезно включаешь. А первый музыка для миксфайта нашел. Ну, с хилами в пати кто паладин? Ну, там было написано микс. Если написано микс, значит, связано точно с миксфайтом. Блядь. Подожди, у нас только что этого курьера принимали. Может, это микс из соли там и так далее? Не-не, это с миксфайтом связано. Не, слушай, Роза, слушай, такое сидело, оказывается. Ебловатое. А ты, типа, ну, слушал и действительно в это верил, или как? Я думал, понять. Да, я даже не смотрел это. Я думал, серьезно, сборка музыка для миксфайта, типа. А ты думаешь, когда они дерутся, они музыку слушают? Да. Ебать, блядь, его не занимают. Стоп. Дайте шум. Шкаф поставьте, шкаф. Дайте шуму. Пизду, я не планирую этого делать. Я просто думал, что та подборка называлась реально музыка для миксфайта. Включи музыку для бальных танцев. Бля, Гудлик, включи, блядь, музыку для шуток. Я
Что значит био? Это типа АФК? Да. По сортир пошел. А как био расшифровывается? Олет. Биопотребности. Биологические. Дайте сом. Чего? Такое чувство, как будто био. Есть, это био. Дон танк. Вы суманули его? Все, что? Меня не суманули. О. Дон, выведи его в рейд, вот эту пачку все. Вы его просто залейте и все. Да я там что, рейд там стоит, а фотографии. Это ровный трек, по-моему. Но это не точно. Ой, да-да-да. Хороший. Короче, музыка для миксфайта, оказывается, и бывает это нормально, что пользуется. Я достиг такого уровня. Короче, странно, на этого босса выйду, блядь, чтобы эту, блядь, дебаф не кинул на меня. Ты вообще, да, с холли пала, отойди куда-то в сторону. Не, я F4 с него нажал. Бутер Арго, Кару Арго. Что ты говоришь, Войт? Суманите, блядь. Да нет, да тут, блядь, история была. Короче, забей. Вот. Чего это мой счастливый? Да я, блядь, нет, типа, вообще не как-то связываюсь. Там нахуенно с миксфайтом, интересный сериал. Только миксфайт, да, посоветовал? Только пролистывай до миксфайта и смотри. Можешь еще никогда не сдавайся посмотреть, а? Я сейчас Зорко посмотрю, да. Блядь. Да я не знаю, блядь. Как, не-не-не. Как... Это было другое, да. Какая там взялась. Бойка ебаный. Неудержимый, что-то такое. А, да, неоспоримый. Неоспоримый, да. Never back down, это немножко. Так, короче, какой план? Зоркий, контролишь звездочку. Расмус, контролишь печеньку, я ромбик. Услышали? План меня засумонить, да. Блять, наконец-то. Да, спрыгивайте вниз, поставьте шкаф, сумоните бутера. И кару. Да, 25 человек в одного кару. В микс кару. Я там чайник поставил, давайте быстренько там трэш начнем бить, чтобы я без понос. Так, слышали? Расмус, услышал, кого ты контролишь? Ты печеньку. Все, зорки, звездочку. Пошли? Да, поехали. Кого убил? Какой сейчас год на улице? 2001. Седьмой. Да, сразу подал. Это же не страшно, что ли? У меня первый. Я думаю, тебя сейчас еще одежду стянет. Только по другому поводу. ДПС проверить. Мне нужна твоя одежда. 4-4, блядь. Я из будущего. Локи дамажит без этого 4-4, блядь. Ой, блядь. Ребят, я кинул огненный шок, я пошел быстренько. 2 секунды. Народ, за сколько успеем закрыть? Блин, до хрена. Не, минут за 20. Чё, минут 20, да. Если на этом не вайпнемся. У меня времени нет просто. Сейчас вообще какая-то душная пошла. А
осуждаю Пета Донта. Мне кажется, он нихуя не расслабится. Если его специально отзаболил. Да, только это, постарайтесь, ну, хотя бы точечно не играть в МКшных. Пока флеш. А, у тебя бабл точно. Сменили цель. Он кого приключил. Спасибо, добрый человек. Карась. Пизда туда. Вихрюйте, вихрюйте, добивайте босса. Ну, не босса, а другого. Воу, бро. Дайте ли рыбу или столик или что-нибудь? Да, рыбу дайте, пожалуйста. Вот рыба. Сейчас Дон вам поставит метки. Жрать жрите ее. А что, может, на бессмертного пойдем? У нас как раз... Так, а что вы Кару не саманули? Так у нее жрите на том слое. Тыкните. Да я бегу. Я не такой быстрый. Ты можешь дать мне денег, я себе инжу вкачаю. Угу. Найди себе своих подданных. Своих школьников, да? Не ходит же мать в школьника обеда. Так, идеальный. Скажи, вы прохилите вот в таком сетапе? Ты, Карась и Исполин. Если да, должны купить люди, то да. Ну все, я вас верю. Так, нам главное не убить босса раньше, чем нужно. Да не убьем его с ДПС на никому еще. Да, блять, у нас сейчас ДПС с головой. Да, мне кажется, притык будет сейчас. Так, кто ПРЛит РДД зону? Да давай ПРЛ. Может, я на лука зайду? Нет, ладно, похуй. Подождите, кому нужна триня с Везекса? Может, никому не нужна, я забираю себе налога? Мне нужна. А, дрыщу. Мне нужна. Блин, дрыщу. Нахуя тебе на ШП? Там бутер зашел. Чё? Не, на ШП ему не нужно. Смысле не нужно? Ну, раз она не вернута, она прокает, она на крит, как бы, она не на ШП. Раз в 2 минут? Кондёр, нет, она не раз в 2 минуты, раз в 50 секунд она прокает. Ну так, а в чём проблема? И о том, что типа разве вам кондёр не лучше? Гуляйте. Нет, кондёр магом лучше. Да, ШП на хосту сейчас гоняется, не на крит. Ну, отбежали. Я не знаю, всё, давайте это потом обсудим. РЛ, Невер, отбежали. Да я сказал им, блядь. Ничего ты не сказал, блядь. Ты сказал, блядь, что там магом что-то тихо, лучше, блядь. Тихо, всё. О, разбежались. По-моему, близко стоит, но это не точно. Если вы успеваете выбегать, значит не близко. На пулы ждали? А, у нас нет на пулов. Дрыщ раскол. Дон, ставь обратно. Разбежались, быстрее разбежались. А, карась назад. В кошку побежал назад, а ты карась отошли. Гудлик раскол. Понятно. Разбежались. Чего вы не хилились? Это пиздец, а как, блядь. Как вы умерли сейчас? Да, потому что, блядь, у нас стоит босс близко. Ладно. Берить кого-то. Так, подожди, шаманизм Айнан есть стать? Да. Разбежались. Нет, идти надо срочно. Вставайте. А маны нету. Похуй, становитесь. Спали назад. Все стоим. Все и стоим, куда пошли? Разбежались. Карас, БР, White Fury. Здесь Индер не работает. Понял. Разбежались. Милики, стоп АУЕ. Все милики, стоп 0 АУЕ. Милики, все стоп 0 АУЕ. Лужу, кто льет? Скажите флеш, напишите ему, чтобы стоп 0 АУЕ. Трогай в метке, стойте, не разбегайтесь. 5, разбежались. 4, 3, 2. Один. Эти паладины не бьют бурей. Ну, типа джагой. Карась назад. Все остальные стойте. Только карась. Куда вы пошли все? А теперь все. Отбежали. Все стоим на месте.
блядь. Нахуй вы выбегаете, ребят? Что такое? ДБМ орёт. Ну, ДБМ орёт крест. Не бейте, не тратьте ману. Да куда вы отбегаете? Встаньте в эту лужу. Встаньте в черепок сейчас. Строго в черепок встали все. Перебегаем потом обратно в трусы. Блять. 5, 4, 3, 2, 1. Встали вот меня. А, вот так вот, на край. А, отбежал, господин. Блять, ты туда метку дал. Разбежались. Стойте на краешке. Метка звезда. Разбежались. А теперь в трусы встали и стоим в трусах. 5, 4, 3. Готовьте, сейчас метка 2, будет. И донг готовься ловить этого. О, разбежались, разбежались. Зорки назад. Донг забирай. Донт, ну не спи, брат, ну ты чё? Разбежались. Строго сейчас зеленые ветки стоите. Гера дали уже. Дал. 5, 4. Сорнито его все играют. 2, 1. Вейт, мана кончилась, что ли? Разбежались. Назад. Идеально. Вышел. Быстрее. Возложение в донта. Ходят паладины, все, кто может. Разбежались. Кто там стоит в метке? Десять секунд нет. Сейчас дай зубы в донта, не будем рисковать. 5, 4, 3, 2, 1. Не кастуйте. Разбежались. Айна выбежал, Айна. Сейчас, пожалуйста, просто главное не проебланьтесь, типа, босса уже убили по факту. Чтобы не было вот такого вот, типа, минус 5, блять, с пула. Разбежались. Все строго в одной метке стойте, если вайпните кого-то, будет пиздец. Разбежались. Карась, иди Миризон, убей палками в синюю джагу. 5, 4, 3, 2, 1. Разбежались. Гагасни назад. Хорошо, отлетел нормально. А меткость висит, Савина? Разбежались. ЧПшная висит. У меня просто не отображается, почему Савина. Рос забайтил, блин, на метку. Разбежались. В смысле забайтил на метку? Причем весь шаман и этот. Да где баф начался? Висит, не висит на нем. Идеально назад, стоим на месте остальные. Разбежались. Нормально, разбежались. Разбежались. 4, 3, 2. Метка сейчас будет. Кару назад. Кару. Ой, что-то опасно, да. Разбежались. Разбежались.
прометка. Добрый. Валера, отправляй 4 наряда туда, в помощь. Тихо, тихо с своими нарядами. Бутер назад разбежались. Блять. Подождите, мне почему-то очень смешно. По поводу? 4 наряда в помощь. Вам не кажется, что это связано с этими? С курьерами? С курьерами. Блядь, такой мечик. Охуенный. Ой, пиздец, на шамана мне получается. На трансмогля какой охуительный. Блядь, я... вару бы мне... слушай, вобро тоже хорошо. Ну да. Да, ура. Слушайте, я не знаю, типа, как бы, если так посудить, можно на самом деле Расмусу дать, у него такое говно. Да ладно, я потом... Да он пойдет, он зато по статам заходит нормально. Хорошо. Если так рассудить, то я, наверное, бы по привору отдал и все. Да пускай забирает, флеш. Давно я на Везаксе по манне не высыхал-то, а? Чё там, дрыщу, трия не упала? Подождите, стойте, Дон, ты тут? Чё ты думаешь? Мне кажется, нужно скипать его на этот. Так, может, обычку его? Дай лут. Раз. Сейчас, лут. Так, мы хрен пройдём, кстати, ничего не составим. Только хило мало. Да мы-то пройдем, но что-то, блин, нас так мало как-то. Так, может, оставим Везуса и йога? Давай на потом это все. Да, погнали в Каражан. О, в этот, в Наксрамос. Да, оставим Везуса, я его хочу все-таки в Хайме убить. Латрофен, кому? Типа, можешь себе взять его, Фредрик. Так, слушайте... Теперь раскикиваем твину. Угу. Так, Дайси фейт у нас. Ой, Дайси плюс Гудлик получает срезанное ЕП. HyperX исключить. А почему Дайси получает? Ну, то, что он тоже спалил, как и ты. Диером.